Это история о человеке по имени Иисус, который жил 2000 лет назад. Мы не знаем, как дети впервые узнали правду об Иисусе, но это вполне могло случиться так. Кто-нибудь видел тебя? Никто. И меня никто. А тебя? Думаю, что нет. Ладно, пошли быстрее. Что бы ты ни говорил, Вениамин, я считаю, что Иисус послан Богом. Только потому, что он творит чудеса, а вдруг все это фокусы? Да, как ты это все объяснишь? В том-то и дело, Эйль, что я ничего не должен объяснять. Чудеса творить может только один Бог. Это когда слепые могут снова видеть? Да. Не верю я во все эти чудеса. А я верю. Сара, что ты тут делаешь? Я забыла покормить ослика. И когда услышала, что вы говорите об Иисусе, мне захотелось послушать. Что ты знаешь об Иисусе? Много знаю. Моя бабушка знает его мать Марию. Вот она и рассказала мне о нем. Как он родился и все остальное. Это удивительная история, точно. Мария была простой девушкой и жила в Назарете. Она была незамужняя, но собиралась выйти замуж за Иосифа. И вот Бог послал к ней ангела по имени Гавриил. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Как это будет? Ведь я дева. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим, и царству его не будет конца. Наверное, ангел напугал Марию. Если бы ангел пришел ко мне, я бы точно испугался. Что же было потом? Знайте, жители Назарета! Правительство издало закон, чтобы все люди пришли в город, где родились, и записались там. То есть написали свое имя в каких-то списках. И вот Иосиф взял Марию и поехал в Вифлеем, где он родился. Когда они приехали в Вифлеем, город был переполнен народом, и негде им было остановиться. Нигде не было места, и пришлось им остановиться в хлеву. В таком же, как этот? Да, почти в таком же. И в эту самую ночь родился Иисус. А в горах недалеко от этого места были пастухи. Они стерегли своих овец, когда вдруг совершенно неожиданно увидели ангела. Родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И пастухи сразу пошли, чтобы увидеть ребенка. А он лежал в яслях. Представляете? Они положили его в кормушку, вроде той, что у моего ослика. После того, как Иисус родился, Мария и Иосиф понесли его в храм в Иерусалиме. Там они встретили Симеона, человека, который любил Бога. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Бог обещал Симеону, что он не умрет, пока не увидит Иисуса. «Ибо увидели очи мои спасение твое, это и есть избранный Божий. Будьте благословенны». Маленький Иисус был избран Богом, чтобы вырасти и простить всех и каждого за все плохое, что они думали, говорили и делали. Все это Бог называет грехом. Иисус родился, стал взрослым. А мальчиком он был? Конечно, был. Бабушка рассказывала, что с Марией и Иосифом в 12 лет он ходил в Иерусалим. Иисус пришел в храм и там беседовал с учителями. Чей ты мальчик, что задает такие вопросы? Он из Назарета. Мы думали, он ушел с нами. Простите его настойчивость. Потом Иисус вернулся с родителями домой. С каждым днем он становился все умнее. Прямыми сделайте стези ему!
всякий долг. Однажды Иисус пришел к Иоанну Крестителю. Иоанн крестил тех, кто хотел слушаться Бога. Иисуса он тоже крестил в тот день. Кто там был, услышали с небес голос Бога. И Бог сказал: «Ты мой любимый сын, в тебе мое благоволение». А что он потом сделал? Он начал путешествовать по стране и рассказывать всем о Боге. Здравствуй. Здравствуй. Иисус вернулся в Назарет, где он вырос. Однажды он пришел в храм, и старейшины попросили его почитать книгу Бога, Писание. Иисус прочитал отрывок из Писания о том, как Бог решил послать его на землю, чтобы каждый человек на земле смог жить с Богом вечно. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать время Господне благоприятное. Хорошо он говорит. Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Исполнилось Писание? Но только Мессия может осуществить. Истинно говорю вам. Но это еще не конец. Иисус пошел к морю Галилейскому. Симон, отплывите на глубину и закиньте сети свои для лова. Ох, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему, я закину сеть. Яков! Иоанн! Яков! Иоанн! Плывите сюда! Помогите нам с уловом! Быстрее! Мы не можем! У нас у самих много рыбы! Не перегружай эту сторону! Отпускай сеть! Смотрите, смотрите! Невероятно! Не перегружай сторону! Отпустите сеть! Держи! Я думаю, именно тогда Петр понял, что Иисус – Божий Сын. Но Петр боялся. Он сделал столько ошибок в своей жизни. Петр не мог понять, как кто-то такой святой, сильный, как Иисус, может принять такого грешника, как он. Отойди от меня, Господи, потому что я грешный человек. Не бойся. Мне пора. Да, и мне тоже. И мне. Пока. Пока, пока. Вениамин, где ты был? Опять гулял с друзьями? Да, папа. А Халев там тоже был? Да, папа. Я тебе столько раз говорил, не общайся с этим мальчиком. Ну, папа. Ты знаешь, что его отец верит всем небылицам об Иисусе. А что в этом плохого? Мы верим в то, что Бог пошлет нам великого царя. Отец твоего друга верит в то, что этот царь родился в хлеву. Это же ерунда. А что, если отец Халева прав? Нет, Веня, на этом разговор закончен. Хорошо, папа. Нечестивый пусть оставит свой путь, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, ибо Он многомилостив, и простит Он все грехи. И так вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Послушайте, сейчас я вам расскажу, что сегодня было. Что? Расскажи. Иисус в храме рассказывал людям о Божьей любви.
Внутри собралось множество людей, и целая толпа ждала его на улице. Все хотели его увидеть. Иисус! Иисус! Прошу тебя, спаси мою дочь! Она умирает! Ей 12 лет! Иисус! Пожалуйста, зайди ко мне! Иаир, послушай! Иисус! Твоя дочь умерла! Не беспокой зря учителя! Не бойся, только веруй и спасена будет. Вы слышали, что он сказал? Что она поправится. Вы в это верите? Дитя, встань. Дайте ей есть. Так все и было? Да, трудно было поверить, что она вообще болела. Мой папа говорит, что друзья Иисуса неправильно поступают, и что все они грешники. Да, это так, потому что Иисус любит всех и заботится о каждом человеке, кем бы он ни был. Папа рассказывал мне о человеке по имени Матфей. Он сидел у входа в город и собирал у всех налоги. Следуй за мной. Матфей был среди тех 12, кого Иисус выбрал себе в ученики. Это его лучшие друзья, которые везде с ним путешествовали и рассказывали всем о Боге. Был там и Симон, названный Петром, Андрей, брат Петра, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, конечно же, Матфей, Фома, еще один Иаков, еще один Симон, Иуда, брат Иакова, Иуда Искариот. И как ты это все запомнил? Он очень умный? Ты так думаешь, потому что сама такая глупая. Неправда. Не умнее своего старого осла. Эй, задавала, она моя подруга. Это кто это задавала? Кто? Отстань от нее. А кто меня остановит? Уже ты ли? Покажи ему, Мальчишки. Больно. Будет хуже, если рану не лечить. Что случилось? Он подрался. Я не тебя спрашивал, Лия. Извини. Я подрался с Халевым. Они говорили об Иисусе. Он всегда встречается с друзьями у Сары в сарае. Ничего хорошего от этих разговоров об Иисусе не жди. Он не наш царь и им никогда не будет. Но, папа, ведь он может и вправду Божий сын. Все, хватит. Может быть, ты слишком строг с сыном? Я так не думаю. Но скоро это будет неважно. Среди последователей Иисуса может оказаться предатель. Если так, то он недолго будет возмущать спокойствие. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. И всякому просящему у тебя, давай.
и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтоб с вами поступали люди, так и вы поступайте. Хотел бы я знать, кто он. Ты думаешь, что он мессия? А что это значит, мессия? Они говорили об этом в храме. Мессия значит обещанный. Давай пойдем за ним. Уж они бы проказничали, где только могут. Что она здесь делает? Не знаю, зачем она пришла. Если бы он был пророком, то знал бы, какая женщина прикасается к нему. Ибо женщина — это грешница. Я знаю, кто она, Симон. Послушай меня. Два человека задолжали заимодавцу. Один 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Который из них возлюбит его более? Думаю, тот, кому более простил. Да, верно. Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами омыла мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому прощаются грехи ее многие, потому что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Прощаются тебе грехи. Вера твоя спасла тебя, иди с миром. Отец, подними меня, пожалуйста. Садись на плечи. Теперь видишь? Я вижу Иисуса. Пропустите меня. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано. И птицы поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод, плод во сто крат. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. А упавшее при пути – это суть слышащие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но не имеют корня и временем веруют, а во время искушения они отпадают. А упавшие в терния – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром сердце и приносят плод в терпении. Oh!
Иисус! Погибаем! Волны захлёстывают нас! Держите руль! Спаси нас! Наставник! Где вера ваша? Мне это нравится. Сколько это стоит? Нафан, Нафан! Вы слышали? Иисус неподалеку. Он идет сюда? Он подходит к городу. Да, давайте, идем. Нам пора идти. Вене, прости, что я тебя ударил. Ты прощаешь? Угу. Учитель, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни и достали пищи, потому что здесь мы в пустынном месте. Вы сами дайте им есть. У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Благословен Господь Бог наш, который даровал хлеб земле нашей во славу свою. Это чудо! 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 Неужели ты все еще не веришь, что Иисус Сын Бога? Где ты был? Папа, я должен сказать правду. Мы ходили смотреть на Иисуса. Зачем? Я сам не могу поверить, а видел своими глазами. Из пары рыб и 5 хлебов он сделал достаточно еды, чтобы накормить толпу. Иоаннафан, а вдруг это и впрямь Мессия? Не вздумай и ты поверить в эту ерунду. Что делать нам? Что Писание говорит? Как ты понимаешь его? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, со всей силой и всем умом, и ближнего, как самого себя. Так поступай, и будет жизнь вечная. А кто мой ближний? Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые ограбили его, изранили и ушли. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. Он перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, дал 2 динария содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я отдам тебе».
Кто из этих троих был ближний ограбленному, как думаешь? Оказавшая ему милость. И ты поступай так же. Оп! Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Эй, кто это идет? Что происходит? Это Иисус из Назарета только что прошел здесь. Иисус! Сын Давида! Помилуй меня! Он творит чудеса. Он сможет нам помочь. Он поможет нам. Он творит чудеса. Чего ты хочешь от меня? Я прозреть хочу. Прозри. Вера твоя спасла тебя. Я вижу. Я вижу. Он воистину пророк! О, Господи, спаси меня! Спаси! Пропусти меня! Я тоже хочу его увидеть! А я хочу коснуться полом его одежды! Это истинный путь, Господи! Пропустите меня! Пропустите! Да не толкайте еще вы! Да, я его вижу. Вот он! Почему этот человек лезет на дерево? Он низкий, ничего не видит из-за толпы. Слезай, Закхей! Сегодня надобно мне быть у тебя. У меня? Кто захочет пойти в грешнику? Его дом? Ни за что, почему не понять, не может быть! Он же сборщик налогов, а Закхей знает Иисус! Денис, багаж! Не поймешь, зачем? Почему? Очень вкусно. Дай-ка мне еще. Великолепно. Пожалуйста, передайте сыну. Слушайте, половину имения моего я отдам нищим. И если того, чем обидел, то воздам им вчетверо. Я не верю глазам своим. Мы-то расстающие обратно собранные. Невероятно. Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он есть сын Авраама. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Слушайте. Мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются, и оскорбят Его, и оплюют, и будут бить, и распнут Его. И в третий день Он воскреснет. Привет! Привет! Слушайте, здесь вроде что-то изменилось. Да, пропал царин осел. Он не пропал, я отдала его на время. Кому он нужен, твой старый осел? Учитель, прикажи своим ученикам замолчать. Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Мир, честь, слава! Пять,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Что так разозлило Иисуса? Храм превратили в рынок вместо того, чтобы здесь поклоняться Богу. Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников. Он бежит моим животным! Задержите! Задержите его! Всего две лепты. А что ж так мало? Говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу. А она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лица, но истинно пути Божию учишь. Ответь, или это против закона для нас давать подать римскому императору? Будь осторожен, Господь! Покажите мне динарий. Серебряную монету? Чье на нем изображение и надпись? Кесаря! Итак, отдавайте кесарю все, что кесарево, а Богу все, что Божие. Да что ты ответишь? Что вы на это скажете? Вы слышали, что он сказал? Смотри, это же Петр. А что он здесь делает? Похоже, покупает еду для праздника Пасхи. Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. Благословен ты, Господь Бог наш, даровавший нам сии плоды виноградные. Примите ее и разделите между собой. Благословен ты, Господь Бог наш, даровавший нам сей хлеб земли нашей. Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которому он предается. Не может быть! Невероятно! Невероятно! Может быть, как настало? Назови предателя, Господи! Я не понимаю. Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть. Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как трижды отречешься, что не знаешь меня. Судьи вынесли свой приговор.
Иоаннафан, что случилось? Похоже, правлению этого так называемого царя пришел конец. Я получил извещение из суда. Один из учеников Иисуса, Иуда Искариот, согласился помочь посадить его в тюрьму. Как они его смогли уговорить на такое? Очень легко. Всего за 30 серебряников. Вечером они арестуют Иисуса и сделают все, чтобы он не сбежал. Нет. Не надо. Иуда. Целованьем ли предаешь сына человеческого? Господи, не ударить ли нам мечом? Сюда, взять его! Стойте, довольно! Это чудо! Как на разбойника вышли вы с мечами и кольями. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время. И власть тьмы. Возьмите его! Вот мой отец царя! Расскажи нам, что будет! Ну что? Ты спасешь нас, великий царь! Ты спасешь нас! И этот был с Иисусом? Нет, я не знаю его. Я видел их вместе. А ведь ты один из них. Нет, я не из них. Слушайте, я видел, этот был с Иисусом, и он галилеянин. Да отвяжись. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Нафан! Винни, что случилось? Иисус в беде. Скорее нужно сообщить остальным. Ну, кто тебя ударил? Предскажи, кто следующий ударит? А? Стойте! Стойте, я говорю! Ведите его на совет! Пошли! Скажи, значит, ты есть Христос? Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. Так значит, ты Сын Божий?
Ты говоришь, что я. Какое же свидетельство еще нам нужно? Мы сами слышали из уст его. Человек не в себе. Отведем его к Пилату. Да, забирай. Иисус ведут к Понтию Пилату. К Пилату! Он же самый ужасный римский правитель. Он уже распял много тысяч людей на деревянных крестах. Иди! Чего вы хотите от меня в такой ранний час? Мы нашли, что он развращает народ наш! Он возмущает народ, уча по всей Иудее! Какое будет ему наказание? Казнить его! Я не нахожу никакой вины в этом человеке. Он виновен. Он запрещает давать подать кесарю. Называет себя Христом и царем. Царем? Ты царь иудейский? Ты говоришь. Он учит по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. От Галилеи? Разве ты галилеянин? Пусть тогда Ирод разберется с ним. Ведь Ирод сейчас в Иерусалиме. К Ироду его! Так кем ты себя называешь? И кто те, кого ты зовешь апостолами? Про тебя говорят, что ты чудеса можешь творить. Сделай для меня одно. Мой господин, он разлагает умы всех людей. Он зовет себя царем. Царь? Он царь? Великий царь. Наказать его! Ведите его к Пилату. Пусть он решает. Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить. Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника. Отпусти нам Вараву. Да, Вараву. Конечно. А этого казни. Да, да, отпусти нам Вараву. Ты, бичу Атилу. Ай, чего не сделал? Зачем вы так мучаете его? Как тебя звать? Я Симон Кириньянин. Ты понесешь.
Прости им, отче, ибо не ведают, что творят. Других спасал, пусть спасет себя самого. Спаси себя, если ты Христос, сойди с креста. Сотвори чудо для себя. Написано. Царь иудейский. Если Иисус царь, почему они это делают? Я не знаю. Иоаннафан. Как ты думаешь? Что происходит? Отче, в руки твои предаю дух мой. Я приготовил гробницу учителю и хочу взять его тело. Можете взять. Прости нас, мы следуем за телом Господа нашего. Хорошо, как хотите, но скорее. Суббота наступает. Не верится, что мы никогда больше не увидим Иисуса. Постойте. Вы что, не помните, что Иисус все время повторял? Что? Я помню. Он говорил, что через 3 дня оживет опять. Смотрите, камень отодвинули. Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам: Сыну человеческому надлежит быть предану в руки грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть.
гробница был отвален, ты бы увидели, что тело Господа нашего нет. Как нет? И вдруг два мужа в одеждах блистающих предстали перед нами и сказали: что вы ищете живого среди мертвых? Это правда. Что это значит? О чем они говорят? Его там нет. Это правда. Пуста была гробница, и тело Господа нашего не было там. Петр, ты должен верить нам. Господь истинно воскрес. Он явился Симону. Он шел с нами, но мы не знали, кто это. Но в преломлении хлеба мы узнали его. Иисуса? Как он там оказался? Мир всем вам. Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги и руки мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Ибо дух плоти и костей не имеет. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И во имя Его проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах. Когда Халев сказал, что Иисус Сын Бога, я не поверил. Но я увидел, какие невероятные чудеса творил Иисус, и слушал, как Он говорил о любви Бога. Еще я видел, как ужасно с Ним поступили, как Его били, как пригвоздили Его ко кресту, как Он умер, как сняли с креста Его тело и унесли. И я не думал, что снова увижу Иисуса. А потом произошло чудо. Бог сдержал свое слово. Он обещал, что вернет Иисуса к жизни. И Он сказал нам, что если мы поверим в то, что Иисус Сын Бога, и что Он умер за нас, то будем жить с Ним вечно. Я рад, потому что я этого хочу. Вот, вот и вся история. И это правда. С Халевом и Уилем, Нафаном и Веней ты смотрел и удивлялся тому, кто такой Иисус. Ты видел и слышал, как я поверил в то, что Иисус Сын Бога, и пригласил Его жить во мне. Пришло время и тебе сделать выбор. Хочешь сейчас попросить Иисуса простить тебя? Ты можешь сказать: «Я не понимаю», или «Сначала поговорю с мамой и папой», или «Я пока не готов», или ты скажешь «Да». Я хочу пригласить Иисуса в мое сердце. Хочу, чтобы Иисус простил мне все грехи, все мои плохие мысли, слова и поступки. И ты можешь сказать, что хочешь жить с Ним всегда, вечно. Если захочешь сказать «да», скажи об этом Богу своими словами или в такой молитве: «Господь, я верю, что Иисус – Твой Сын. Спасибо, что Иисус умер на кресте за все мои неправильные поступки, мысли и слова. Пожалуйста, прости мои грехи. Пусть Иисус будет со мной и живет во мне всегда. Помоги мне быть таким, как ты хочешь. Спасибо за ответ на мою молитву». Хочешь помолиться прямо сейчас? Если ты согласен, вместе поговорим с Богом. Я буду молиться, а ты повторяй за мной фразу за фразой. «Господь Бог, я верю, что Иисус – Твой Сын.
Спасибо, что Иисус умер на кресте. За все мои неправильные поступки, мысли и слова. Пожалуйста, прости мои грехи. Пусть Иисус будет со мной и живет во мне всегда. Помоги мне быть угодным тебе человеком. Спасибо за ответ на мою молитву. Аминь. Доверься Богу и знай, Он любит, прощает тебя и будет жить в тебе всегда. Если ты помолился с нами, было бы неплохо рассказать об этом маме или папе, бабушке с дедушкой или другу. Ты начинаешь самое интересное приключение в жизни. Это дружба с Иисусом и Богом, Его Отцом. Вот 4 совета, чтобы лучше понимать и любить Бога. Читай Его книгу, Библию, каждый день. В своей книге Бог дал тебе много обещаний. Говори с Богом. С Богом можешь говорить обо всем, всегда и везде. Расскажи близким о дружбе с Иисусом. И постарайся больше бывать с теми, кто знает и любит Его. Мы были рады рассказать тебе настоящую историю об Иисусе Христе. Теперь твоя очередь. Расскажи друзьям.